Всем привет! Вы на канале Аннабель. Я хотела показать вот такую ягодку боярышника. Боярышника, да? Вкусно? Уже созрело, да? Анечка, а где ты находишься? Рядом. Вытяни, пожалуйста. Непонятно, что ты говоришь. Где? Голубики. Да. Мы уже что сделали? Посадили ее в горшки огроменные. Огроменные, да, 80-литровые. Вот такая вот у нас голубика. Между рядами мы тоже засыпали иголочками, чтобы травка не росла. Будем ходить просто прорывать. Да, зайчик? Ну иди показывай. Вот это кустик трехлеточка. Это, а ну Анечка, чуть-чуть в сторону. Ну ты тень падает, в сторону отойди чуть-чуть. Вот это вот годичный саженец. Хорошенький, да? Ага. Это двулеточки. Вот мы их посадили, уже прошла. Здравствуйте. 2 недели прошло. Вот они уже начали приниматься. Зелень пошла. Уже потихонечку одревесневают побеги. Вот. Такие 2 ряда у нас, да, зайка? Сейчас я назад отойду, да? Вот такие вот 2 ряда. Да, как хорошо. Вот. Ну, будем теперь ждать и формировать голубику. Аня валяется в голубике, да? Разляглась. Последние солнечные деньки, да, солнышко? Итак. Вот такую высокорослую голубику мы насадили. Пока мы ее не обрезаем. Обрезочку будем делать весной. Немножко поучимся. А вот это узколистная, North Country. Посадили мы, как я и сказала, 80-литровые горшочки. Здесь у нас вот здесь внутри, ой, очень глубоко, очень высокую мульчу наложили. Теперь поливаем каждый день, чтобы она принялась. Проливаем укоренителем. И там лежит многолетняя капельная лента. Потому что наша голубичка любит водичку, ну и любит и солнышко. А вечером мы ее прыскаем сверху. Спасибо за внимание, Анечка. Всем пока, встретимся в новом видео. Ой, подписывайся на мой канал и ставь лайки. Всем пока. Пока-пока.